Друзья, приветствую вас на канале ICO Стартапов, и в данном обзоре хочу поделиться с вами компанией Rivets, которая добавлена на ресурс ICO Tracker. И здесь предоставлены все социальные ссылки, информ-ресурсы, где можно более подробно ознакомиться с данной компанией. На что хочу обратить ваше внимание, то есть, что вчера 10.08.2017 был старт данной ICO компании. И давайте перейдем на главный сайт, где проводят продажи токенов. Вот мы можем увидеть, что за сутки собрали больше половины поставленной цели. То есть данная компания, соответственно, привлекла внимание, то есть интерес общественности. Вот, и здесь поучаствовало довольно такое большое количество людей и собрали определенную сумму, то есть за сутки практически. Как по мне, я думаю, данная компания соберет полностью все количество токенов. Давайте в двух словах расскажу, собственно, для чего собираются средства и что хотят реализовать ребята. Итак, в нашей жизни все больше и больше принимают участие разные гаджеты, такие как мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и тому подобное, с помощью которых мы решаем практически все свои вопросы, то есть какие-то мобильные платежи, онлайн-банкинг, определенные переводы, покупки. Довольно сейчас популярно, то есть мобильные криптокошельки, с помощью которых криптовалютные транзакции. Соответственно, мы храним разную или не очень важную, или очень важную информацию. И, соответственно, постает вопрос безопасности хранения разных вот этих данных, платежей и тому подобное в вашем мобильном устройстве. То есть команда Rivets предлагает решение, то есть они хотят сделать приложение, которое будет независимо существовать в вашем мобильном телефоне. То есть оно будет работать на этой операционной системе того или иного устройства, но операционная система никаким образом не будет иметь доступа к этому, назовем это хранилище, сейф, в котором вы будете хранить свои мобильные кошельки. Далее звуковые чаты, то есть переговоры, дальше хранилище разных данных, фотографий и, соответственно, присутствует будет аутентификация личная. Вот, потому вот данный подход и данная идея довольно-таки интересна, и на данный момент она, я скорее всего, будет очень-очень востребована, и это, в принципе, видно по интересу самых инвесторов, участников, которые за сутки инвестировали довольно-таки большую сумму. Далее, друзья, реализацией данной идеи, данного стартапа будет заниматься команда во главе Мит Ривиц, основатель данной компании, ну и, соответственно, вот данная команда. Много не буду останавливаться, здесь вы сможете сами пройти на главный сайт и ознакомиться с ними, если вам это важно. Соответственно, ссылочки будут в описании на все социальные ресурсы, которые есть у ребят, то есть на white paper. Я рекомендую перед тем, как принимать участие в том или ином стартапе, принимать какое-то определенное решение для себя, то есть ознакомиться с белой бумагой, с идеей и обязательно перечитать. Рекомендую ветку Bitcoin толка, где, соответственно, можно почитать как качественные, интересные вопросы компании, ну и посмотреть, насколько правильно и удовлетворительно для вас они, соответственно, отвечают. Потому рекомендую это делать как главный топик англоязычный, так и русскоязычный, если такого есть, соответственно. Ну, в принципе, друзья, это вся информация, которую я хотел с вами поделиться о компании Rivets. И кому было интересно, полезна данная информация, данный видеообзор, буду благодарен, если вы ее поддержите, поставив палец вверх. Кроме того, буду отдельно благодарен, если вы поделитесь данным видеообзором в социальных сетях. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, собственно, по данной идее, по данной реализации этой идеи, какое у вас отношение. Вот. И обязательно, если вам интересно направление ICO стартапов, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить последующее видео.
Также подписывайтесь на Telegram-чат, в котором у нас больше 3000 человек, и обсуждаем разные ICO-компании, криптовалюту, блокчейн. И не забывайте подписываться на мой Twitter, чтобы не пропустить самые последние интересные новости, видеообзоры разных ICO-стартапов. Еще раз всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем до свидания, пока.